под статьей 108 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации постановил. Уголовного кодекса Российской Федерации. Этот теракт снова обострил дискуссию о том, не нужно ли снять мораторий на смертную казнь. Как в Кремле к этой относится к этой дискуссии и стоит ли вообще в повестке вопрос о действительно возможном снятии моратория? Мы в настоящий момент не принимаем участие в этой дискуссии. We'll be right back.